Глава региона побывал на заводе Губского кирпича. За прошлый год предприятие выпустило более 35 миллионов штук. Но это не предел, считает руководство. Со следующего года в планах выпуск строительного материала специально для побережья, рассказали губернатору. Кирпич будет производиться по голландской технологии. Он будет устойчив к условиям побережья, где повышенная влажность и соль. Продукцию завода сегодня используют не только при строительстве, но и внутренней отделке. Причем не только в крае. Мы сбросили цены на 30%. Это очень серьезно. Нам трудно, потому что цены на сырье и цены на энергоносители увеличились. Но тем не менее, мы вложили в наших сотрудников, топ-менеджеров. Они проходят обучение сейчас в Академии наук. Кроме того, мы, например, некоторых неэффективных дилеров убрали. Это перепродажа. Мы открыли свои офисы на тех рынках, которые считаем перспективными. На рынке не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Вот я вам хочу сказать, что вы ни в коем случае, сбросив цену на 30%, не потеряли. Нет. Мы сегодня заложили огромный фундамент, чтобы завтра приобрести. Понимаете, это однозначно. И еще раз подчеркиваю, это ваша дальновидная политика, стратегия вашего предприятия. Во время объезда губернатор оценил и туристический потенциал района. Вениамин Кондратьев побывал на базе отдыха, где бассейны с термальной водой. Только за два месяца этого года здесь отдохнуло более 500 человек.